Персиковый остров на Черкейском водохранилище станет местом притяжения туристов. Там планируют реализовать туристический проект. Домики, бассейны и смотровая площадка – все для комфортного отдыха. Подробнее расскажет Джамиля Мутаева. Эти виды никого не оставят равнодушным. Персиковый остров на Черкейском водохранилище 9 лет назад на участке суши решили возобновить садоводство. Сейчас на острове свыше 2000 деревьев, более 1000 персиковых, 700 абрикосовых, а также черешня, вишня и орех. На достигнутом решили не останавливаться. Остров теперь станет местом отдыха. Этому способствовала поддержка от государства. Благодаря господдержке вот мы начали строить. Здесь вот 10 домов, смотровая площадка, кафе. И вот строительство еще в ресторане закончили. Два бассейна, парковая зона вот здесь. За счет господдержки на острове также появилось электричество. В общем, объем инвестиций в проект от корпорации развития Дагестана составил около 75 миллионов рублей. Рабочими местами планируют обеспечить 20 человек. Строительство туристического комплекса началось в декабре прошлого года и уже подходит к концу. Справа бассейн. На завершении, можно сказать, уже она завершилась. Также и эти раздевалки. Также этот бассейн будет очищаться, фильтровать, будет чистая вода для отдыхающих. Ну, из тех 10 домов у нас сегодня 8 уже завершено, 2 этапа завершения. Остались там немного отделки, и, скажем, покраска, там такие вот отделочные работы остались. Домики, бассейны и смотровая площадка. На территории уже установили скамейки и лежаки, строится мангал. Работы идут к завершению. Туристы смогут отдохнуть на Персиковом острове уже в июле. Джамиля Мутаева, Саид Кутиев, Паризат Курбанова. Время новостей.